Не можешь представить своей жизни без горных лыж или сноуборда? Ты настоящий профессионал, и тебе уже не в радость кататься на оборудованных склонах. Обезопась себя и помни, что горы – место повышенной опасности. Ежегодно в мире во время катания вне трасс погибают более 200 человек. 200 человек. За последние 5 лет в результате схода снежных лавин на территории Мурманской области произошло 5 происшествий, в результате чего погибли 7 человек. И лишь 4 удалось выжить. Куда бы ты ни отправился, с тобой всегда должен быть специальный лавинный датчик «Бипер», который уже не раз помогал спасателям оперативно найти людей, попавших в лавину. В случае беды именно «Бипер» может стать незаменимой вещью, способной спасти твою жизнь. Спасти твою жизнь. Главное управление МЧС России по Мурманской области напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности при катании на необорудованных склонах. Лавины – это не игрушка. Береги себя и свою жизнь. Катайся с головой.